Панасенков, памятка для ученых. Смотрим эти кадры. И историк, любой ученый, физик, химик, биолог, он должен хорошо питаться, он должен отдыхать, он должен быть физически в хорошей форме, здоров, потому что тогда у него будет мозг хорошо работать, тогда он будет физически вменяемый, потому что когда вы сидите, вы будете в нищете, в таком, понимаете, в суете, вы не сможете использовать все ресурсы вашего интеллекта и организма. Если вы сидите в каморке и изучаете одну Прохоровку, вы будете знать, сколько там было танков, хотя сейчас выяснилось, что там было другое количество танков, там было вообще большое поражение, да. Вы изучали в каморке 28 панфиловцев, который казался полным фейком, чем позорным, там вообще был еще и полицай, на самом деле не герой, а полицай. Короче говоря, друзья мои, вот я не знаю как, но я сломаю, черт возьми, это идиотское, убогое, совковое представление об ученых, об историках, как о чем-то протерто, скучно, узко.